детско-юношеской школе Олимпийского резерва по спортивной акробатике прошел 44-й турнир на призы заслуженного мастера спорта Юрия Зикунова. Обладатель Кубка СССР и первый чемпион мира по акробатическим прыжкам, Юрий Петрович ежегодно встречает титулованных спортсменов, представителей субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Соревнования имеют статус квалификационных и являются тренировочным стартом для ведущих акробатов России и Казахстана. В программе соревнований прыжки на акробатической дорожке, прыжки на батуте и групповые упражнения на ковре. Благодаря хорошей тренерской школе и материально-технической базе хозяевам турнира «Омским акробатам» удается занимать победные и призовые места на соревнованиях как федерального, так и мирового масштаба. Хорошая поддержка действительно осуществляется со стороны Министерства спорта. Финансируют. Проблемы у нас как бы такие, что сказать, там, да, со спортсменами. Действительно, дети у нас остаются все, что надо дать должное. Это очень сложно сегодня в наше время сохранить контингент детей высокого, спортсменов высокого класса. В октябре этого года в Португалии завершился чемпионат Европы, где мячам удалось завоевать 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Юрий Зикунов поздравил призеров и вручил им значки и удостоверения кандидатов мастера и мастеров спорта. Сборная Омской области всегда была сильна. Это многолетняя традиция, идет еще 60-х годов, ну и вот в последние годы на протяжении 8 лет, 9, ну почти что каждый год у нас в сборной команде России есть наши воспитанники омской акробатики, и они с достоинством выступают на соревнованиях высшего уровня. По итогам 3 соревновательных дней награды нашли своих победителей, а зрители получили массу впечатлений от ярких акробатических номеров.